Вы знаете, такая тема, все как бы что-то заявляют на эту тему, разные, много очень каких-то версий. Кто-то прислушивается, кто-то отрицает полностью. Но я просто вот сторонник той идеи, что наш вот весь мир, наша вся Земля — это определенного рода какая-то игра с нами происходит, со всеми. Ну, то есть и высшие силы просто нами вот играют каким-то образом. Поэтому вот, вот немножко у меня другое видение этой ситуации. Я все-таки склоняюсь к этому. Ну да, хорошо, будем общаться. Мы открыты, как говорится, к общению. Демократия в стране как-никак. Пусть прилетают.